Друзья, приветствую вас на канале Сибирь-38. Сегодня 17 апреля 2021 года. Время уже 9 час. Значит, выехали из города 7 часов утра. Едем на рыбалку в Усть-Илимский район. Вот остановились на границе Братского района и Усть-Илимского. Вот въезжаем в Усть-Илимский район. Сегодня едем с папой. Всем привет! Как настроение? А? Нормально? Хорошая погода, правда, опять. Поехали из города, значит, шел мокрый снег, ветер в городе. Ну вот сюда вот въезжаем в Усть-Илимский район. Вроде нет, маленько так, да, что-то? Ну тянет вон маленько, ветерок. Видно. Ну сейчас приедем в Седаново, посмотрим там какая обстановка. Снега вроде нет. Будем пробовать рыбачить. Так что двигаем вперед. Поехали? Поехали. Река Бурдой. Ну еще не вскрылся. Стоит вон следы. Берега упали. Люди ходят, рыбачат. Ладно, едем дальше. Едем по дороге. Вот копылушки сидят. Прямо на трассе. Клюют камушки. Ну смотри, что не боятся, да? Нет. Смотри. Вон все. Вот она. Видишь, смотри, что не боится. О, какая красавица. Ну, уходит потихоньку все равно. Ну, уходит? А так? Да и там он. Смотри, что стоит. Сейчас сорвется. Находимся на 88-м километре, трасса Братск-Усть-Илимск, вон видно уже поселок Седаново, сейчас будем спускаться, там 91-й километр. Ну а я решил показать, остановиться, друзья, Ангару, вот там уже на той стороне открытая вода, вот здесь вон видно эта вода, вскрылась. Ну а вон туда левее, это все лед стоит. То есть мы едем сейчас на лед. Девяностый километр, въезжаем в Седаново. Это получается с братской стороны первый поселок Седаново, а если с Усть-Илимска ехать, крайний поселок в нашу сторону. Часов, вот и добрались к морю. Пока наст такой хороший, плотный. Ну что, решили мы здесь остановиться на бережку, встанем, там вон палатка стоит, машины стоят на льду, но мы не будем на лед суваться, сейчас скидываем буксировщик и будем двигаться на буксировщике. Ну а пока выгружаемся, сегодня где-нибудь палатку поставим вот в этом месте. Так, ну смотри, пап, здесь ветра нету, да? Ветра нет и нету осадков, поэтому, наверное, погода будет нормальная. Будем пробовать рыбачить. Сейчас уже созвонились там с мужичком знакомым, с дядь Колей. Дядь Коль, тебе привет. Говорит, клюет. Потихоньку. Ну и мы будем пробовать, выгружаемся. Выгрузили машину, сейчас быстренько пьем чай и едем. Выгрузил буксировщик. Значит, что, на санях сделал новую обвязку полностью. Крепление такое же сделал. На канале у меня есть видео про это крепление. Здесь маленько, правда, пришлось доработать. Сделал гайки, приварил.
И вот это все регулируется, то есть вот это вот кольцо, оно, ну, регулируемое, можно сделать любой длины. И все, одеваем. Раз. И два. Все, готово. Не надо никаких болтов и шплинтов. Все надежно. Проверено не только буксировщиком, но и снегоходом. Такое крепление. Также вторую дужку. Раз. Ой. Одной рукой неудобно делать это. Раз, два, все. Санки готовы. В путь. Ну все, загрузились, едем. Здорово! Ну чё? Иди моя. Иди по рукам, иди моя. Иван? Давай, 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 другие мой. Мой, 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 снимай. Чё, поклёвывает маленько? Ну не такой, неплохой окунёк, да? Ну что, рыбачите? Нет. Привет, привет. Я батю вывез там. Ну? Так вы так со всеми здороваться будете. Да. Нормально. Кому? А мне. А, ну это Колька отправил. Да. Колька отправил. Мы эти побольше? Нет, я-то в курсе, он просто сегодня... Промочили они вчера, привет. Да я понял. Он главное позвонил, говорит. Вань, говорит, в чем ехать? Я говорю, ну, не... у меня, говорит, есть резиновые сапоги. Я говорю, ты резиновый. Это, Эва, одевай. Ну, хорошо. Он оделся. А мы видели, как вы приехали. Ну и что, клюет? Нахуй, мелочь. Мелочь? Не, ну не пизди. Да мелочь, там один попал крупный, более-менее. Ну. А сейчас на пятачке на своем тут встанем тоже. Вот, выехал. Ну ладно, что, все равно хоть выбрались, да? А сейчас вот сейчас можешь не дергаться, вообще все отрубило, вообще ни одной поклевки, тишина, блядь. Я там удочку даже поставил с этим, блядь, с ебаными, блядь, с мотылями. А-а-а. Кстати, один акушера на мотыле взял. Ну а что нет? Прикормил. А сейчас туда хочу еще на пески вот на эти перескочить. Ну там может быть, потому что та сторона оттаивает вперед, блядь. Ручеечки-то все равно бежали, блядь. Там может быть. Может, да. Мы с Михалычем сидим, так смотрим, там, думаем, фу, это опять начнет проваливаться. Ой. Вчера, блядь. Ну вот здесь-то нету вроде, да? Нет, это сегодня хорошее. Подморозило. Так а здесь зима, вчера, блядь. Вот это проваливалось, вот эта штука проваливалась? Да, вот так, проваливалось маленько. Так вот вчера, где мы начерпали, вот так вот. Да? Давно уже, вышли на лед. Непогода началась, снег пошел, ветер задул. Мы сидим, пробуем рыбачить. Оп, есть поклевка. Хе-хе, небольшой окунек такой. А? На мормышку. Опа, есть еще один. Это мелочь. Пока жерлицы не буду выставлять. Отпускаю. К вечеру потом свежачка подловлю и уже буду жерлицы расставлять на ночь.
Опа. Да. Мелочевка, конечно. Клюет. Поймал, отпусти. Не зашел еще с ангары окунь. О, вот это вот поклевка нормальная. Ну такой более-менее можно брать. Опа, нифига. Да ударчик был. Опа, смотри, останавливает. Нет. Что я траву от поклевки отличить не могу. Ну еле-еле, ребята, берет. Еле-еле прям зацепляется. Погода в Седаново, как всегда, непредсказуемая. Ветер задувает. Через полчаса может выглянуть солнце. Ну а сейчас метет и ветрище. Ну что, мы порыбачили. Не клюет? Едем на ту сторону. Клюет на той стороне, наверное. Да. Задувает ужас. Ладно, будем пробовать. Поедем туда сейчас. Не удалось заснять, но при лове получилась сорожка вот такая вот хорошая. Резко так взяла, причем. Ну что, поймал сорожку и зарядил ее на жерлицу. Поставил. Посмотрим, может, сработает. Пусть стоит. Поклевка. О, тюкает. О, давай. О, вот это хороший. На подвязку взял, да? Ага. Покажи-ка, а? Я тебе могу дать такие, у меня есть. Не, окушка, ну смотри, неплохой взял. Время уже 17 часов. Клев вообще никакой. Где-то вот за день. Ну, штук 30 поймал. И все, на улице по-прежнему задувает ветрище. Вон дует. Поэтому, наверное, сегодня будем сворачиваться. Поедем сейчас устанавливать палатку. Будем варить уху. Отдыхать. Наверное, смысла нет сидеть. Вообще не клюет. Уже на всяких глубинах попробовали. На 2 метрах. 3, 5, 7. Обратно 2 метра. Вообще бесполезно. Вот сидишь, сидишь. Тюхнет и все, и тишина. Вот стайка подошла, выдернул 5 штук. Все, не клюет больше. Погода, опять перемена погоды. Бикарасик вообще мелкий. Иди гуляй. Будем сворачиваться, поедем на берег. Ветер задувает, не дает никак порыбачить. Клёва нету, в общем. Будем варить уху. Дядь Коля, поедем! Оу! Поедем! Ну! Ну, туда на стан, но... Ладно, двигаемся.
Ты что, поймал что? Нет. Нет? Нет. Да 5 штук как дернул. Ну, я еще одного дернул, отпустил его. А как там? Поймал еще, да? Ну, еще одного дернул мелкого, да отпустил. Нет, ничего, должно быть, блядь. Ладно, что, садись, поехали. Уху варить. Хлебов рыбы дашь, блядь? Ну, 3 штуки поймал, пусть дает. Поедем, съездим за дровами, пыльнем дров на костерок, чтобы приготовить уху на костре. Поехали. Куда брат, а? Куда брат? Да-да. Я перев оставлю себе. Пилили дровишек, 2 саней, хватит, поехали. Ну? Сегодня у нас вот такой таганок из диска колесного. Кто-то приволок. Будем на нем готовить. Сейчас ушицу разожгли. Давай рыбы сколько надо? Ну хотя бы, чтобы каждому по одной. Ты же уху варишь сегодня. Я варю сегодня. Да? Нихуя ты, блядь. А кто? У тебя спецрецепт ухи. Так, ладно, я иду чистить рыбу. Папа чистит картошку, чистит лук. Так, начинаем. Куда? Да ну я вот здесь вот сейчас. Свежие они хорошо чистят. Почистил 6 рыбешек на уху. В общем, у нас 5 окуней и 1 сорога пойдет. Закладывать все будем в холодную воду. Поэтому сорожка не успеет развалиться, распасться. Ну а вкус навара надаст.
небольшой. Икорку. Окуневая. Кисорожье. Да, конечно. В это в Арктике. В Арктике стоит оранжевая. Ты лук хочешь порезать? Ну да, там в Арктике. Из окуней давно ушицу не варили. Окунь-то весь икриной. Но вот один самец только попался. Остальные все. Так, ну чё? Так, чё, всё, ты залил, да, воду? Да, кидай туда. Так, значит, пап почистил картошку, отправил туда картофель. Только жевательно икру потом. В холодную воду также отправляем рыбу. Окунь, сорожка. Так, икру потом, да, ты говоришь? Да, икру потом. Все, ага. Это все ставить на костер или что? Да, можно ставить. Давай. Ну что, ставим на огонь котелок. Сейчас это начнет все закипать. Потом отправляем туда икру и добавляем лук. Подсаливаем, специи. Пока уха закипает, ставлю палатку. Раскладушки, печку сейчас установлю, и ночлег у нас готов. Ушица закипела, пошла пенка, пенку убираем. Что, сейчас сразу подсаливаем, да? На медленном огоньке. Вижу, кипит как-то. Да вижу, вижу, кипит, конечно. Так, на, сам соли, сколько надо. А эту, как она, икру? Держи. А, сразу икру кидаешь, да? А не было больше? Нет, ну вот 5 штук, сколько их, 6 там было. Нет, это... Печеночка. Какая там печеночка-то в этих... В матросик. Так. Подсаливаем. И потом лучок отправляем, да? Да. Сейчас покипит и отправляем лучок. Сейчас покипит, ложим лук прям полностью, закладываем. И потом надо будет специи какие есть. Ну вот, все, сейчас есть. Ну, приготовим. Если есть это, хорошо бы туда укропчика сухого добавлять. Сейчас найдем. А, давай, я сейчас пойду пока вот это, коньяка принесу. Давай. Водочку будешь сюда наливать? Давай, плеснем. Немного покипело и отправляем лук. Лук у нас красный. Разницы нету. Сладенький, да? Так, держи. Разницы нет, да. Отправили лучок. А что ты мне дал? Перец горошком. И что там, давай это, вот эту насыпать, да? И вот такую Андрюха подарил приправу. Смесь. Разные эти отсеки здесь. Хмели-сунели, перцы, соль. Вот так открываешь и... Коля! Добавляем. Две! Так, у нас все тут кипит, скворчит. Значит, кидаем дольку лимона. Здесь у нас на рожек идет уголек. Выливаем рюмочку водочки. Выключать? Ага, понял. Берем уголек и тушим вот так вот. Все, уха готова.
Идем снимать пробу. Сейчас рыбку вытащим. Давай, я сейчас эту часть достану. Опа. О, красота какая. Ну что, выкладываем рыбу из ухи. Вот так вот. Ай, блядь, как пахнет. Не доширак, блядь. Конечно. Доширак рядом не стоит. Что, разливаем? Да, наливаем. Со дна пожиже. Ага. Вот теперь это. Ну что? Ну что, давай за рыбалку. За выезд. Да, выезд. Давно ты не бывал на природе. Давно у него, ой, давно. Вот как мы тогда ездили. Ушицу хоть поешь на свежем воздухе. Дай мне тоже мясо, пожалуйста. Ну все, давай. Давай. За рыбалку. За выезд. Хороша чертовка. А мне ложки не достал, а вот. Я же две достал. Ушица со свежей рыбки. А пахнет-то как, да? Красота. На костре изготовленная, конечно. Палатка у нас топится, затопил печку, сейчас погреется, все. В общем, к ночлегу готовы. Отдыхаем теперь, сидим. Время уже 19:30. В общем, не пойдем сегодня, да, на море? Нет. Не пойдем уже. Сейчас посидим, отдохнем, чай, уха, по рюмочке. Ветер сегодня, ну вот на берегу сидишь, здесь вроде лес прикрывает, ветра не так чувствуется, а на море-то задувает весь день, ну... Надеемся, что завтра, может, погода установится, да? Может, ветра не будет. Угу. Так порыбачим. Кто его знает. Ладно, мы ужинаем. Сейчас еще по одной. Да? Угу. Давай. Наливаем. Ты ее куда дел-то, уху-то? Вон поставил. Сейчас мужики придут, поедят тоже. Так ее надо будет поставить сейчас. А? Что, поставим, сейчас чай закипит. Давай. Давай, Симоля. Давай. Давай. Все. Очень хорошо. На свежем воздухе. Прям так, так хорошо. Дышится здесь, как хорошо. Сосны дышат. Не вот. Время 10 часов, второй день рыбалки, выехали на лед. 10? 10. Так, на улице солнечно, но ветерок небольшой. Мы будем пробовать рыбачить. Приехали на старые лунки. Попробуем. О!
какая поклевка. Первый окунишка. Ну, такой, не шибко мелкий, но и не крупный. Местный. Маленький такой окунишка, а такая мормышечка стоит, белый опарыш. А? Ну? А медяшку поставил. Вот и в руку прям ударил, резвый такой. Сорожку. Так. О, видишь, какая. Опа. Вот такой сорожняк. О. Малек. Другой нет-нет, как даст. Думаешь, ну там кабанчик, да, там кого? Ну. О, сорожка, пап. Тоже сорожку поймал. Да, конечно, рядом, но. Ну, вот такая вот сороженца. При лове. Берет-то как окунь. Ух ты. Сразу окушок следом, смотри. Не, окунь сразу. После сороги. Смотри, у меня леска там. Она у тебя черная. Там поглубже, говоришь, да, метров 5. Поклевка. О! Вот это лапоть. Больше сапога. Смена приманки принесла результат. Не пожалейтесь. Которого отпустили уже 3 раза, да? Ладно, ладно. Народ-то уже все разбрелся, мы только остались. Да парни наши. Вот кто у нас в гостях сегодня. Вторая. Сорожка. Угу. Ну смотри, мне сегодня на сорогу прет. Еще одну. Да. Ну вот, смотри, еще сорожка. На братском, видишь, специально за ней ездил, не клевала, а здесь просто в прилове она. Весело. Ну ничего. 4 сорожки, папу 1, да я 3 дернул уже сегодня. Фига, окунь заглотил как глубоко. Ладно, придется взять.
Ого! Да там трава! О! Вот она, наверное. Нет, окунек. О, подружка. Что у нас тут? Окунь. О, поклевка. О, какой. Фух, достал. Нифига себе. Ну вот этот уже такой окунек. Более-менее. В лунке прям сошел. Время 14 часов. Порыбачили. Все, хватит. Ветер сдувает, прям ледяной такой дует. Все, надоело уже. Поедем собираться и уезжаем домой. Вот тут ловчик такой. Загрузили машину, выезжаем. Едем домой. Порыбачили, да и ладно, да, Боб? Да. Да. Свежий воздух на пользу. Муравейники уже. Ну, муравейники оттаяли. Ну. Вернулись в город, добрались благополучно, все нормально. На этом все. Таким был выезд. В этот раз. Всем пока. Увидимся на канале Сибирь 38.